Вот собрали уже всю, как бы, косилку. 1,85 м. Фирекс на МТЗ купили. Сейчас посмотрите ролик, как привозили, выгружали. Что хочу сказать. Я живу рядом с Тверью. Недалеко тут газель у нас есть. Так что у кого какие будут проблемы, вопросы, могу помочь с привозом подобных техники. Могу заказать, естественно, с предоплатой в Белагроге. Белагро. М-агро они там по-разному называются. Но суть вопроса не меняется. Значит, кто переживает, могу данные фиганные все дать. То есть я у них не раз уже покупал. Так что, кому надо будет, интересно, пишите в комментариях, какие еще вопросы, сниму, покажу. Ладно, всем удачи. Смотрите, как у нас это получилось привести данную косилку. Подъезжаем мы к Твери, едем забирать нашу косилку. Не знаю, получится, не получится снять сам весь этот процесс. Ну, сейчас попробую. Вот, значит, мы уже на окружной, на Твери, поедем через окружную. Пришла нам косилка в транспортную компанию ПЭК, опять же, ВМ Агро заказывал, агродоставка с белгородских. Компания, давно у них все беру, постоянно никуда не это, не суюсь. Так что, если кто надумает, берите у них и не заморачивайтесь. Предоплату оставлял, пришла косилка, я им доплатил. Сейчас заберу и постараюсь снять весь этот процесс. Так что смотрите дальше. Ну вот мы подъезжаем к транспортной. Компания там, косилочка наша. Сейчас не знаю, скорее всего, что там не получится снимать все. Но вот, вот сюда она приехала. Так что он быковский. Ладно, посмотрим. Ну, как я и говорил, не получилось на ПЭКе снять загрузку саму. Все там карой закинули, да и все, вот приехали. Сейчас будем этот выгружать. Поднимай на тент. Ты не пробовал, Серег, помыть-то машину, нет? А? Ну, значит, и мыть не надо, да? Ну да. Да? Так у меня, может, какие-то дела были, нет? Ну вот она как, съехала, даже не при это. Не прикручена была. Ладно, сейчас снимем, покажу процесс. Какой веревка? Стропа тут есть. А та короткая, сука. Возьми. Лучше хоть веревкой. Возьми стропу широкую. Стропа широкая. Завил ее.
Потом давай сюда ставим, да и все. Вон где-нибудь газели ближе нахуй. Здесь? А? Давай здесь. Метр 85. Вот все, это на 80-ку взяли, метр 85, короче, 75 700 я отдал, плюс 3000 доставка, или 77 500. Вот метр 65 наш, это который я косил на Т-25. Так что теперь две таких косилки. Долго искал КРН, КДН, Фиген. Эти решили оставить наши две, КРНовскую и ту убежевскую пока, и взять первую.